для того, чтобы, наверное, увидеть закат или восход и потрогать руками облако, если получится. Чтобы увидеть орлов, потому что увидеть орлов – это очень редко. Их почти никто не видит в такой близи. Так можно заглянуть в их гнездо, пока нету мамы, и увидеть детенышей или яйца. Чтобы знать, как выглядит наша планета свысока, города наши, чтобы открыть новые горы. Чтобы стать сильнее и найти снежного человека. А вдруг там что-нибудь встретится такое интересное? Например, подсолнух зимой. Человек пойдет и скажет: «Ой, что тут зимой подсолнух вырос?» Горные вершины – это какие-то новые источники информации. Возможно, это даже какие-то новые источники жизни. А во-вторых, это скачок для того, кто покоряет. Ну и в-третьих, это там, когда открыли новую гору, туда сразу море желающих. Пожалуйста, открываем бизнес, зарабатываем деньги.